В реабилитационном центре фонда «Ердам помощь» ежегодно проходит социальную реабилитацию около 200 незрячих и слабовидящих. Каждые реабилитационные курсы по проекту «Видеть и слышать сердцем» включают обязательные занятия по ориентации на местности. Тактильная плитка, используемая в программе обучения, была установлена за счет средств субсидии Министерства экономики Республики Татарстан, выделенной в 2021 году некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты. Для обучения ориентации в незнакомом пространстве тактильная плита оказывает эффективную и неоценимую помощь, так как подобные специальные покрытия сегодня встречаются во многих общественных местах – на вокзалах, тротуарах, в метро и на дорожных переходах. Быть уверенными в незнакомом пространстве и более самостоятельными в жизни – одна из главных задач курсов реабилитации.